И всем вновь огромный профессор говорил, что и на всякий случай не прощали на лишние звуки. Короче, вспомнила такой сериальчик. Ну, вы уже, наверное, кто-то из вас знает, кто-то не знает, а кто не знает, то загуглите в интернете. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А кто собирается смотреть это видео, но не знает, тогда, извините, будет несколько спойлеров. То есть, что там происходило, или, ну, поняли, короче. И, ну, этот сериал называется «Шерлок». Фу, «Шерлок», господи, «Шерлок», меня уже прёт. Ну, короче, поняли. Наверное, мало кто не знает Шерлока, так что... Ну, короче, просто начнем. И скоро выйдет все-таки видео, когда я в аквапарках. А если не скоро, то все равно выйдет. Ладно, начнем. Плюх! Привет, Шерлок. Иди, лес. Шерлок, я... Нет! Уйди от меня. Ты идиот, Шерлок. Нет, я... Я красавчик. Чем запичкан мой мокс? Мой мозг... Мозг, да. Чем запичкан мой мозг? Вот чем запичкан мой мозг. Ну, там еще есть немножко места для Детройта, Андертейла, Таттлтейла. Ну, просто оставим, друзья. Все. Целуйтесь. Что? Иди нафиг. Краткий рассказ третьего сезона Шерлока. Джон! Шерлок! Джон? Шерлок! Джон? Шерлок! Она не задает твоя покровитель, я тебе чек. Фак, щит. Короче, там что-то там, и так, и вот этот, того убила, а этот просто куда-то нафиг пошел и выбросился в окно. Вот. Может, ты просто смотришь мое желание и выстрелишь, и такой, оживишь их. А вот фиг тебе! Я не для этого создан. Вообще, этот фильм создан для этого. Заткнись, Джон. А это, короче говоря, ну, лето, и да. Скоро оно закончится. Ну, главное, не отчаивается. Не отчаивается. Впереди осень, а осенью Хэллоуин, так что не отчаивайтесь, ребятки, не отчаивайтесь. Прощай, Джон. Шерлок! Мяк. Шерлок, ты в норме? Это было весело, давайте попробуем вместе. Окей. Чё? Оно живое, оно выжило. Блин, как он себе не стёр лицо? Это же... Джон? Шерлок. Джон? Шерлок. Джон? Шерлок. Знаете, как говорится в моей пословице, Шерлок плохого не посоветует, но и хорошему не научит. Джон. Шерлок. Господи, Шерлок. Сэр, я прошу прощения. Лечите вампиров. Не, это моя вина. Лечите вампиров. Не ты лежи первым. Я сказал, ты лежи первым. Тык-тык-тык. Привет, Джон. Что ты натворил? Мою сын. Зачем? Скрип. Без комментариев. Вот что такое музыка ада. Плохой Шерлок, прекрати подавать такой пример моей дочери. Блин, Джон, прекрати меня бить подушкой. It is back in charge. Джон.
Я иду тебя убивать. Умарла Рушиндеру. Нани. Это уже мое продолжение, прости. Теперь вы видели все. Фью. Ну я сам. Это было. Шерлок, что за фигня? Это норма, она еще ничего не понимает, так что это норма, я тебе же говорю. Шерлок! Современный Шерлок против классического Шерлока. Не по-моему, современный победит, потому что... Ну... И запчасти, конечно же, и сласности, конечно же, современно победит наш Шерлок, да, победит, это же очевидно. Love idea. Ми-ми-ми. Теперь ми-ми-ми-ми-ми. Для меня это норм. Несколько видов перерисовки Шерлока и Джона. Первое – пёсли, второе – котики, третье – выдра и ёжик, четвёртое – опоссум и хомячок, пятое – ворона и воробей, пятое – акула и скат, седьмое – богомол и божья коровка, восьмое – лампа и светильник, и девятое – сейф и копилка. Мне с копилками больше понравились, особенно, ну, поняли, короче. Ад для Джона это оказаться в куче маленьких, надоедливых, непонятных, загадочных, усипущечных Шерлоков. Рай для Шерлока это оказаться в куче маленьких, миленьких, завораживающих Джонов. Вот. Что такое рай и ад. Теперь мы все поняли. Блин, тогда если там в аду очень много Шерлоков, тогда все прямиком будут делать много грехов и захотят попасть в ад. Я гений. Хотя есть те, которые не прочь и в рай пойти, но я это просто догадываюсь. Догадываюсь. Ну это понял. Беги, Шерлок, я прикрою тебя. Мы связаны с тобой судьбой, Джон, и никогда не распутаемся. Шерлок, что ты несешь? Да, то есть где-то там и в реальности у нас. Да, тем-то они ничем не отличаются. В старомодные совсем времена, в наше время и где-то, наверное, в будущем. После этого момента мне стало жалко Джона. Нехило так. Сочувствую. Ну подойди, Джон, ну не надо, ну не уходи, Джон. Дебилы. Что? Ты слишком низко, я тебя не слышу. Я ненавижу тебя, Шерлок. Всей твою выдру душой. В то же время они такие разные, но все-таки похожи. Гей! Не гей! Идеально. Нет, что вы, на самом деле мне не так больно. Просто я слишком смущен, чтобы встать. Джон. Да что тебе, Тимок? Котенок и гусь. Гусь-лок. О как. Держись, Джон, я вытащу тебя. Помогите мне. Пуф, лови я сам. Что, как ты это делаешь?
Это магия, бро, это магия. И да, я только вчера узнала, что Доктор Стрэндж — это на самом деле Шерлок. А как бы один и тот же актер двух персонажей играл. Взрыв мозга, я знаю. А это все поймут только... Только на английском, но тут... Ну и так уже ясно, что, где, что произошло. Моя школа, молодец. Малышка, скажи мама. Нет, скажи папа. Мама. Папа. Мидер. Что за фи... Шерлок! Во как! Блин, я бы посмотрела бы такой мульт, где Шерлок и Ватсон нарисованы вот так. Это было бы прикольно. What? 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 Ай, больно, аккуратней. Не-не, только не там, аккуратней. Я вернулся! Тыщ! Ай! Шиперфас! Любовь — это химический дефект. Я хочу себе такую картиночку, будет прикольная. И на этой прекрасной ноте мы его, кажется, закончим. Всем удачи и всем пока-пока.